Всем привет, друзья, с вами, как всегда, драйвер 51 рус. Значит, сегодня, сейчас я потише сделаю, ребята. Сегодня изменений у нас пока никаких нет. То есть версия игры у нас старая, 03.03.16. Поедем, как обычно, ребята, на полигоне Виторгана 5.3. Значит, кататься будем на автомобиле ЗИЛ-157КД. Значит, сейчас мы его поставим. Давайте создать. Вот он. Есть. Так, вот он, ребята, автомобильчик. Такой. Значит, авторы мода — это, ребята, Дмитрий Романенко и Влад Маляров. Значит, я тут немножко его подперекрутил, сделал синхронизацию света. Значит, видите, габариты горят, фарки. Также ночью включаются автоматически фары, днем выключаются. Так, поставил тут, прописал, по-моему, дефолтный, давно уже просто валялся он у меня там в доработках, что-то я его делал, да забыл про него, вот решил его выложить. Значит, аддоны, ребята, на данном моде будут, естественно, от автора, плюс будут аддончики от Рони, значит, от Максима Гордеева, Дюмон, Макс Дмитриев и от Тоби, там прописаны какие-то аддоны, походу, может, текстуры, не знаю. Значит, вот сама моделька, она изначально была прикольная, работает в мультиплеере, катали ее, то есть в мультике работает данный мод, вид из салона, ребят, присутствует, все, конечно, офигенно, текстурочки, все там, спидометр, все табличечки, можно даже все почитать, все это дело. То есть все, вид присутствует с салона. Значит, будет две пары колес, но это все дефолтное, то есть что и было на моде, то есть я не стал там мудрить что-то сильно, то есть такие. В основном, как бы, все дефолтное, то что было изначально в MBG, там, в группе. этот ZIL можете скачать, также он в мастерской Steam присутствует. Ну а это я уже сам тут допилил, немножко добавил, просто где-то, может, что-то подровнял, сам уж точно не помню. Но сам факт, что я его немножко тут переделал. Ну давайте поедем сразу на нем, да? Заведемся. Звук такой прикольный. А, ну, ух, какой он громкий. Не знаю, будет слышно, может, давайте сделаю потише еще. Маленечко. Звук у него тут вообще огонь. Так, все, никак не могу поймать тут регулировку звука. Вот. Ну, это гудок у меня просто стоит уже в игре, поэтому у кого стоит обычный сигнал, там будет обычный сигнал. Вот. И давайте пробежимся по аддонам. Ну, аддонов тут миллион. 21 аддон, по-моему, я тут насчитал. С добавленными, дефолтными и те, которые на нем были. Так. Ну, давайте. Давайте пробежимся. Значит, естественно, знак я прилепил такой доисторический. Так. Такой кузов, ребята, будет. Груз он 50 ремонтов очков несет, да? Угу. И в него, походу, ничего не грузится, да? Наверное. Угу. А может и грузится. Давайте проедем, посмотрим. Говорю, просто уже давно реально машинка валялась. Все никак, что-то я ее в свое время. Удалить знак. Так, ну давайте знак удалим. Не помню, что он там мешает. Что-то знак не мешает. Ну-ка давай.
обнимем тебя. Ну, я думаю, знак тут ни на что не влияет. Так, я не помню, ты что-то должно, по-моему, грузиться в него. По-моему, что-то должно. Так. Может быть, я вот что-то тут накрутил, навертел. А, вот есть тут что-то у него грузится, короче. Это 3 очка гаража. То есть вот. В таком Макаре 3 очка гаража. Плюс можно прицепить, ребята, тележку. Где она есть? Где-то она должна быть. Так, так, так. Дайте вспомнить. Вот. Вот. Тоже везет одно очко гаража и 400 ремонта. То есть вот в таком Макаре можно сгонять, спокойно открыть. Открыть гараж, например. Да? Давайте скрин обязательно шлепнем. Так. То есть он на лесоповале, он не загружается там ничем. То есть дополнительно у него тут, ну, можно мигалку вставить. Мигалочку, по-моему, ее поставил, по-моему, не было. Не помню точно. То есть можно снять мигалку, поставить. Чего поставить? Ой-ой-ой. Да ё-моё. Так. Чего поставить? Знак тут что-то. С гаражными частями не дружит знак. Ладно, это я подправлю. Все будет тут работать. Так, давайте скидываем этот борт. Где он есть там? Закрытый. Это открытый у нас, ребята. Также у него грузится 2 очка гаража, вот такие. Также можно прилепить там тележку какую-нибудь, любую. Можно дефолтную. С 2 очками. Так можно гараж открыть, поехать. То есть можно вдвоем просто взять такие кузова с таким грузом. Но это все то, что было на машинке. Я говорю, в принципе, моделька вообще офигенно проработана. Все эти даже запчасти он с ремешками, все как положено. Так. Давайте скинем. Где тут этот мы загрузили груз? Попробуем загрузить. Она, возможно, что этот открытый борт еще и грузится, по-моему, даже. Так, да, грузится, ребята, вот. Драйвишками. Можно загрузить, также скинуть, все, ребята, загружается, разгружается. Есть тут косяк, вот единственный, по-моему, на данном моде, когда в мультиплеере играете, это уже косяк автора, что он и в Steam скачаете, наверное, тоже будет. Вот эти фонари, когда машина в мультиплеере переворачивается, вот эти фонари, то есть машина лежит вверх ногами, грубо говоря, а фары будут вверху, то есть в мультиплеере эти фары, их тут нет, они под землей где-то там, когда машина стоит. Это там можете посмотреть. Но это изначально косяк автора, что-то он там, видно, намутил. Вот. Ну, не, как бы не, и то замечено это было уже потом, как бы. Плюс что-то тут с CDT-шкой вот на морде слишком далеко или слишком низко, тут CDT-шка на бампере прописана или на самом моде, да, и цепляет он постоянно на большой скорости там где-то, так что осторожнее притормаживайте перед кочками. Вот, а так, в принципе, как бы я на это сильно внимания не обращаю, то есть нормальный путевый мод. Дмитрий Романенко и Влад Маляров в Молочаге сделали обалденный мод. Значит так, это мы по кузовам прошлись. Так, цистерна есть, ребята. Запаска есть к цистерне. То есть 50 ремонта дает. Я еще, может быть, что-то где-то тут что-то не ставится. Еще сегодня попробую посмотреть. Потому что вот вроде эти запаски, они должны доставиться с гаражами. А тут что-то, видите, они заблокированы. Надо будет глянуть, посмотреть. Вот. Так. Цистерна. Это груза, которые были. Значит, дефолтная бортовая платформа, ребята. Наверное,
Не знаю, была она или я прописал. Я уж просто не помню, действительно. Так. То есть можно в таком макаре ехать, там, за дровами, да? Загрузиться, так, дефолт весь, естественно, будет грузиться, разгружаться. Все как положено будет делать. То есть все можно скинуть, все можно загрузить. Так, скидываем прицепы. Прицепы и что тут была? Бортовая платформа, да? Так, ребята. Платформа лесовоза. Ну, это я, наверное, вот это поставил. Точно уж не помню. Я говорю, давно просто повозился с ним и что-то закинул. То есть вот платформа лесовоза. Средние бревна таскает. Не сильно поворотливый он как бы получается. Такой. Ну, мы играли нормально. То есть тоже сейчас скидывается, загружается без проблем. Так, платформа лесовоза была, да? Скидываем также, ребята, топливная цистерна. Немножко, может быть, там кривовато это все, ну, я не знаю, нормально играть можно. Я на такие мелочи как бы не обращаю внимания. Можно в таком макаре там открыть, например, ой, японский городовой. Где он есть этот тележка, фургон. В таком макаре можно поехать там, например, да, гараж открывать. Где-то есть стоит. Опа, гараж, вот она. Значит, такая есть. Балдень на крышу. 60 литров дает 100 ремонта, да? Так, ага, вот решетка на фары, ребята, есть. Есть дополнительный бак, можно поставить на 150 литров. Ну, в зависимости там какие аддоны, то есть. Так, туманки дают 100 ремонта. Синхронизации света тоже сделаны. То есть, видите, когда работает машинка, фары светятся, глушишь машинку. Пропадают ночью. Включается все, заводим, они ярче загорятся. Вот. То есть, все тут по синхрону. Естественно, от туманок у нас свет тут желтый есть. Ну, будете кататься, увидите, короче. Так. Так, давайте дальше. Дальше, ребята, поставим. Что тут мы смотрели-то по дефолту, да? Тоже, ну, как бы, я считаю, дефолт необходим тут, в принципе. Подходящий автомобиль для дефолта. Значит... То есть все прицепы дефолтные, платформа с краном, ребята, ставится с прицепом, роспуском также можно возить средние бревна, уже и будете загружаться, разгружаться он. То есть все тут культяпки работают спокойненько. То есть можно так ехать, грузить, разгружать. То есть все это, как говорится, работает. Давайте скинем все это дело, где платформа с краном-то, е-мое. Вот она. Думаю, в принципе, тоже нужная вещь. Так, ну, есть утилита такая, 800 ремонта, да? Можно также ввести, например, прицепить. Тут есть прицеп Кунг. Прицеп Кунг. Это от Рони, ребята, аддоны. Вот такие. То есть вот такой Кунг, да? Или, например, можно 2 очка там, по-моему, в Кунге, да? 800 ремонтных очков. Также можно, например, скинуть эту утилитку, поставить Кунг. Тоже Рони. Это Романа. Все так это все выглядит. Тоже 2 очка и тоже 800 ремонта. С зиловскими колесиками. Так выглядит тоже забавненько. Звук обалденный, кстати, на машинке. Так, ладно, скидываем Кунг, скидываем, что там, прицеп у нас где-то был, где-то есть-то. Так, прицеп Кунг есть, сняли. Также, ребята, сцепка тут у него есть. Такие вот, как на 130-м, по-моему, тоже от Дмитрия Романенко. Прицепчик этот отдаст, крутится он. Вот, как где средние бревна тоже. 4 очка загрузки. Буцкает, да.
также все, ребят, скидывается, загружается. Ну, это тоже, по-моему, уже стояло, это все дело. То есть, в принципе, смотрится неплохо. Даже обалденно смотрится. Ну, также цистерна вот это так, думаю, все работает. Тут три парковочные опоры, там на них все это он циклирует. То есть, заправляется, бочка проседает. Так, прицеп Кунг, это мы посмотрели. Так, что еще? Сцепка, крыша, мигалка. Можно поставить мигалку. Да. Можно мигалку со знаком улупить. Можно убрать мигалку. Поставить наверх такую балду. Так, что-то еще. А, ну дефолтные прицепы я, по-моему, тоже прописал сюда. В принципе, не так уж, как бы, я думаю, критично. Прицеп цистерна. Но с ней по жизни как бы геморрой, она, видите, тут нет никакой крепежки, поэтому она все время висит на всех модах, в основном выше, чем положено. Как бы, ну, тоже я считаю, что не критично, как бы. Многие катаются там вообще все, сикость-накость, поэтому, так что, бог с ним. Так, также ставится, можно фуру тянуть, дефолтную, то есть вот она. Дефолтная фура тоже в принципе нормас, как бы подтянет, я считаю. Вот так, также бортовой полуприцеп тут с топливом, с ремонтом, то есть на дефолтных картах вообще он можно его ставить, если там какие-то аддоны изначально уже стоят дефолтные, там гаражные части, бортовые, то есть он все цистерна, то есть он все возьмет как бы и попрет спокойно, без проблем. Так, ага, ну тут еще есть будка, где-то должна быть, ребята, будка, ремонтные части, а сцепку начать. Сцепку снимаем, ставим, ребята, будка, ремонтные части или бортовая платформа. А, надо поставить сначала со 130-го бортовая платформа, и ставится будка вот в таком еще варианте, можно погонять. Тоже, кстати, загружается он, данный борт, короткими или не короткими, что-то он не загружается, нифига тут у меня. Странно. Тоже я это посмотрю, почему такая ерунда. Он должен грузиться дефолтными. А, знак что-то мешает. Что там со знаком такого, это я видно. Не туда вогнал. Все, ребята, вот. Посмотрю со знаком, что там за дела. Короче, подправлю, чтобы все, не знаю, чтобы работал. Скинуть груз, то есть все. Грузится. Тоже тут немножко есть зазор между кузовом и рамой. Ну, я думаю, что это не критично, то есть как бы не сильно видно. Не скажи, так может кто-то и не заметил бы. Вот. Просто ниже опускаешь, и колеса уже туда в борт влазят, поэтому немножко он так повыше получается. Вот, так, что еще? Скидываем бортовую платформу, также можно ремонтные части с этой будкой поставить. Вот так. Тоже везет, что там они везут-то. Ремонтные части, 400 литров, 300 ремонта, 1 очко гаража. Так, и что-то мне еще интересно, по-моему, надо тут прицеп маленький, этот где он есть-то? Прицеп, полуприцеп цистерна, гаражной части, вот, меня интересовало, наверное, слишком, да, надо его тоже заблочить, наверное. Гаражные части, зиловские, так, надо не забыть попробовать подправить, ну, надеюсь, исправлю. Там, в принципе, ничего такого, ну, бортовые прицепы можно ставить. Угу. Так, ну ладно, давайте скидывать все это дело. Так, ремонтные части скидываем. Вроде так все. Все вроде поставили. Так, да. Так, это мы сняли. Ну и что, давайте что-нибудь мы зарядим. Давайте зарядим, наверное, платформу с краном. Давайте прицеп распуск. Где он есть? Где-то он должен быть. Есть, вот он. Прицеп распуск поставим. Дополнительный бак, да?
открывайте дополнительный бак, вот к нём. И загрузим его. Загрузим. Вот так и поедем. Давайте. В таком макаре. Поедем в таком. В таком макаре. То есть все, вид из салона, ребята. Бублик тут, ребята, сидит. Вот, тут небольшая анимашка руля присутствует. Вот. И поехали. Подвесочка мягенькая идет он. Хорошо. А, ну 4 передачки, по-моему, я ему сделал, чтобы он не такой бодрый был, а там он нас постоянно носом клевал, ловил там урон, короче. Вот. Немножко, конечно, может быть, убого смотрится, чуть-чуть она, видите, как двинута назад, ну. Я считаю, что, в принципе, потянет. Машинка не быстрая, а, ну, возврат руля я тут подрегулировал, чтобы потом, по-моему, вообще медленно или практически там еле работал. Теперь возврат руля путевый тут. Управление получше стало за счет этого, не так, вот, видите, ловит он где-то там носом, CDT-шка этой бьет. А так мото адекватно в мультиплеере работает, без проблем его катали. Я считаю, что все-таки... О, тяжко, ребята, ему стало. Смотрите, вот дела. Да ладно. Не рассчитан он, блин, конечно, на такое дело. Давайте попробуем. Сейчас мы сдадим назад. Попробуем сразу взять на понижайке. Может, залезет он. А тут он, видно, переключился и встал. Да, понижайка тут вообще грустная. Да не, не залезет он, походу. Может, на повышайке надо было, конечно. Вот вам, блин, и экстрим, ребята. Так что, кто хочет повозиться... Берите 157 и ковыряйтесь, короче. Видите, тяжко ему все это дело дается. Вроде поддергиваешь, не хочет он 4 очка вести. Крутые подъемы для него уже. Но, с другой стороны, не зря же тут есть у нас, ребят, лебедка, да? Нормальный. Как говорится, не читерский автомобиль. Тяжко буксует. Проходимость такая, скажу, не супер мощнецкая. То есть, как бы, проходимость средненькая, тащит потихоньку. Машинка не быстрая, но едет. В принципе, мне нравится, как он едет. Мы катались, мне понравилось. К тому же сейчас с манипулятором можно грузиться без вопросов. Как бы скорость, я считаю, не сильно важная тут вещь. Главное, что он грузится. Ой, я еще, блин, на понижайке съеду-то, ё-моё. Ну что так медленно? ДТ-шка, ребята, не забывайте притормаживать, потому что, блин, ой, сейчас уйдет, не ушел. То есть анимация тут карданов присутствует, где-то там, если есть брызговички, то тоже должны болтаться, по идее. Сама моделька просто обалденная, Дмитрий Романенко молодец. С Владом замутили обалденный мод. Мод прикольный. Конечно, если будут авторы смотреть, то
Может, если подправьте ЦДТшку на носу, чтобы она так сильно никогда клевала, не прилетал урон. Как бы вот такое пожелание. Да? А так. Как шпарит хорошо. Ну и на этих, на бортах, вот где фарки я говорил, да? Вот фарки бы подправить, чтобы они в мультиплеере нормально отображались. А так, в принципе, мод замечательный. Все, поплыли мы через реку. Нормальная проходимость, ребята. Все, он едет. Сейчас кувырну я его, наверное, тут. Сколько езжу, все, пипец, приехали. Все, ребята, разгрузились, короче. Все, завалили дела на бок. Вот, кстати, вам все карданы видно, ребята. Вся анимация, детализация, лебедочка, там все, ребят, все пучком. Ну что, давайте пробовать его ставить. Ставить на колеса. Давай-ка, друг, бам, вставай. Давай, 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 давай. Заводись ты, е-мое. Ну, е-мое. Это ситуэйшн. Блин, по идее уже морда, да? Должен завестись. Ну, давай, 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 паря, давай, давай. Опа. Вот так вот, ребята. Мастерство, как говорится, не пропьешь. Ну, почти довезли уже, не буду я их тут эти прицепы поднимать, да? Давайте сделаем, перетряхнем тут. Значит, делаем скрин, конечно же. Блин, давайте здоровали все-таки делаем скрин. Вот так вот. Так вот сделаем скрин. Ну и сразу скинем все тут это дело. Где-то платформа с краном. В принципе, я говорю, ребята, мод. Так, что тут? Баг мешает. Так, давайте скинем баг. Баг, баг, баг. Ты где есть-то? Берем батон. А, вот он. Так, ставим, ребята, кунг и ставим прицеп, кунг. Ставим тут. Давайте знак поставим. Эту балду поставим. И погоним. Колесо тут, конечно, видите, взяла от Рони, но я думаю, что ничего страшного, как говорится. Запаска просто такая. Давайте так заскринимся. Поедем. Ну-ка, повышайку, если ему. Побежал. Синхрон на прицепах тоже, ребята, работает, то есть по синхронизации света даже значок, по-моему, светится. Все тут, синхронизация сделана, посмотрю, там что там эти запаски не ставятся. Блин, еще что-то надо было глянуть. А, ну прицеп маленький. Вот шишиги, да? А так, в принципе, вроде все нормально. Ну, если будут какие-то недочеты, напишите там. Посмотрим, подправим. В принципе, видите, да, тут жесткая грязь, он с прицепом, прицеп причем тяжелый, он вытаскивает нормально. Так что, хороший делок.
Сама моделька просто такая обалденная, конечно. Ух, как он раскорячил-то тебя, брат. Давай, давай. Машинка не шальная для прохождения. Да, в принципе, хорошая. Мы катали, по-моему, дефолтную широкую реку на нем. То есть все обалденно прошли, вообще без вопросов. Вот. Так что. В принципе, хорошая машинка. Так что, ребята, проходите по ссылочкам, там качайте. Также в разделе товаров найдете бесплатно в Амбиге данный мод, но без доработки. Ну и доработка будет уже у меня в разделе товаров лежать. И также будет ссылочка под видео на канале, плюс на сайте SP Mods. Ну и может быть, разрешат мне залить туда на ST Mods, то будет еще и там. Вот. Потихонечку давай, дружок. Аккуратненько. Подвесочка вообще такая прям мягенькая. У него ух. Ой-ой-ой. В принципе, мне нравится, хорошая моделька. Как обычно, скажу, что авторы молодцы, авторы аддонов молодцы, обалденный мод, приятный, хороший, красивый. Вот, давайте такой идем, где я обычно делаю это, тут или на следующей бугорке. Давайте тут сделаем скрин такой, да. Ё-моё. Вот такой давайте скрин сделаем и поедем дальше. Да, многие, кстати, говорили вот воду, ребята, тоже я сделаю обзорчик, выложу обязательно, по крайней мере, в группе точно будет. Давайте прицеп кидаем, наверное, тут попробуем без прицепа взять тут грязь. Сразу понижаечку влупим. Что-то слишком. В принципе, идет вообще хорошо, да? Вот сейчас вот в самом конце будет жестяк. Осталось-то чуток. Давай, брателла. Одно могу сказать, ребята, хорошо идет. Гляньте, вообще без запинок на понижайке. То есть он даже не останавливается. Буксует слегонца, но идет. Вообще на ура. На вот этих кочках, наверное, клювом будет цеплять по любасу. Да, можно было, конечно, и с прицепом попробовать махануть, как говорится. Так, ну-ка. Стои, тише, свою налево. Так, давайте и поедем с этим кунгом. Просто давно собирал его, и что-то так он все у меня где-то и валялся. Там еще много у меня таких доработок хороших. Ну, просто берешь, начинаешь что-то делать новое, думаешь, посмотришь, так как закидываешь, и все, и труба. И в итоге все это где-то там валяется. Поэтому надо будет, ребята, все это
найти. Многие пишут на видео, видели, что была где-то доработка, да, и в итоге она ЦДТшкой стопудово уперлась вот этой носом. Наверняка. Вот она, бац, сразу прилетела. Ты чё, братан, блин, я так... Что за проходимость? То ли я так еду, непонятно. О, вот опять носом, ребята, цепанул он. Что-то тут у него... Вот опять. Что-то как-то у него тут не очень он какой-то. Вот опять бускнулся. И на пузе что-то там, ЦДТ, что ли, не пойму. Вон опять он бускает. Вот она, бах-бах. Так что, ребята, это я говорю, с носом осторожнее вообще. Урон у него прилетает. Бамс. И вот тут что-то как-то... Ну, авторы, если будут смотреть, я думаю, что-нибудь подправят там потом. У себя на 157-м на этом, да? Вот он что-то цепляет тут. Опа. Ох, как он на козла-то встает, японский городовой. Вот это вообще, вообще вилы. Ух, вау. Козлить не по-детски, как говорится, да? Может, просто на кунге вес большой, не знаю. Вот, в принципе, всем бы посоветовал. Вот он, видите, опять цепанул носом. Так что с носом тут у него осторожнее, ребята. Да, кунг, наверное, вес большой очень. Ну, правильно, столько, 2 очка, гаража ведет, 800 ремонта. Так что... А нос, да, ЦДТшка тут что-то у него на носу. Вау, нифига, и вот он сразу прилетело это. Повреждение у него, да? Подвеска, естественно, ребята, рабочая все там. Чуть-чуть парни что-то его не допилили. Буквально где-то что-то видно тоже так же подзакинули, просто уже под конец устали делать, поэтому, хотя я говорю, это все мелочи жизни, на такие вещи можно и не обращать внимания. Хорошо, что сама такая красивая моделька есть, а то, что где-то носом, не надо разгоняться, значит, надо аккуратнее притормаживать, ребята, перед ямами, и все. Так он вываливает неплохо. Вау, валил неплохо, все. Завалили, короче, кабана. Так, ну давайте восстановим его, давайте скинем этот кунг, да. Кинем кунг, поставим там открытый борт какой-нибудь. Ту-ту-ду-ду. Ну и поедем. Проверим его на скорость слегонца. Скажем так. Ну, что-то в районе дефолтного, ребята, будет. Скоростные данные там у него. Заправляться не будем, давайте сразу поехали. Врубаем состояние. 27, 28, 30 уже. 31. 3. Это с учетом, кто у него 4 передачи я обрезал, да? 34. В принципе, даже пошустрее, чем дефолт, идет. Пошустрее. Пошустрее. Приятный автомобиль. Скорость неплохая. Можно спокойно, ребят, катать карты на нем. То есть без проблем, я думаю, все это будет выглядеть. Я говорю, мы катали, но, правда, дефолтную широкую реку там, и пилорам много, и идет, смотрите, вообще красава. Но, блин, деревья пошли, не успел я скрин сделать. Машинка вообще зачетная. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, лови, лови, дружище.
Ну, давайте, наверное, вот тут, как обычно, тормознемся. Включим по рульке, да. Их проваливается, зараза. Ты что провалишься-то? Вот тебе и здрасте. Эй-эй. Вот так вот давайте сделаем скрин такой. Ссылочка, ребята, на данный мод будет под видео на канале. Также залью на SP Mods. Проходите, ребята, регистрируйтесь. Будем прокачивать SP Mods. Ну, возможно, что и залью на ST Mods. То есть поглядим. Дадут мне там залить, не дадут. Вот. Так что Дмитрию Романенко и Владу Малярову большое спасибо. Также спасибо ребятам, которые делали аддоны там, какие я даже поставил. То есть парни молодцы, все красиво, все замечательно. Есть маленькие недочеты, но как бы пофиг на них. И машинка обалденная, красивая. Так что вот, подписывайтесь, ребята, на канал, подписывайтесь группу. Как только в группе будет 2000 подписчиков, будет розыгрыш. Как на канале будет 2000 подписчиков, будет розыгрыш. Так что все, мониторьте, репостите, делитесь видео и так далее. Все, с вами был Драйвер 51 Рус. Всем удачки, всем пока. Так что смотрите видосы. Подписывайтесь везде. Будем дальше обзорить, будем дальше катать. Всем удачки, мод обалденный, всем советую. Всем пока.